Как женщине сохранить молодость? Каждую женщину интересует красота и здоровье. И как сохранить свою молодость так, чтобы в любом возрасте оставаться привлекательной, чтобы кожа сияла здоровьем, а морщины не спешили появляться. Сейчас мы поговорим о продуктах питания, которые необходимы всем женщинам. Они помогут вам сохранить молодость, красоту и здоровье. Капуста. Она защищает костную ткань и зрение, а также сохраняет живость ума. Абрикосы. Содержат каротиноиды, уменьшающие уровень холестерина в крови и защищающие сердце. Также они полезны для кожи, десен, волос, ягоды стоят на первом месте по содержанию антиоксидантов, не позволяющих свободным радикалам повреждать клетки. Оливковое масло богато жирными кислотами омега-3, которые нужны для сияния кожи. Лососевое масло – источник антиоксиданта, снимающий внутреннее воспаление и антиоксидантов, содержащих свежесть кожи. Миндаль – вкусный источник витамина Е, в котором нуждается кожа, ногти и волосы. Помидоры – богатые ликопином, защищающим кожу от солнечной радиации и замедляющие образование морщин. Авокадо нужен для поддержания кислотно-щелочного баланса, он также богат витамином Е и омега-3 кислотами. Потребляйте продукты питания, вы сможете сохранить молодость, красоту и здоровье. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.